Есть у меня растение, относящееся к эпифилуму, с очень красивым названием оксипеталум. Растет довольно быстро. И получила комментарий у любительницы цветов: зацвел оксипеталум. Я, конечно, по-хорошему позавидовала, так как растение у меня уже 6-й год. И, конечно, хотелось бы результата. И каждое утро приглядываюсь, все ли в порядке, есть ли изменения. И какое же счастье, посмотрите, есть бутон. Бутон выглядит вот так. Буду наблюдать, как он будет развиваться, и уже потом выставлю сюжет. Но это уже радость, так как первый раз зацветет у меня это растение. И самое время удобрить его. И как вы думаете, чем лучше удобрить? Ну, любители растений знают, что для хорошего цветения нужен калий и фосфор. И как раз сегодня я дам ему эту подкормку. Есть в наличии у меня несколько разновидностей. Но вот здесь, если приглядеться, видно, что 20-20-20 НПК. В этом составе 14-7-26. Диамофос 10-26-26. Лучше всего, конечно, монофосфатом калия. Здесь 34 фосфора, в гринфите этом 36, здесь 26. Но лучше всего, конечно, монофосфат калия. 1 столовая ложка на 10 литров воды. А мне не нужно так много, поэтому 1/2 чайной ложки на литр воды вполне хватит. На литр отфильтрованной воды 1/2 чайной ложки монофосфата. Хорошенечко размешиваю до полного растворения. И давайте проверим грунт, влажный или сухой. Я вчера поливала, но грунт сухой. Очень быстро сохнет. Поэтому сейчас я пролью водичкой и удобрю. Важно поливать на влажный грунт, иначе можно обжечь корни. Но прежде чем поливать, проверяю на глубине, где-то 2 сантиметра. Видите, пачкает палец. Поэтому только слегка верхнюю часть грунта пролью отфильтрованной водичкой. Пользуйтесь отстоянной, дождевой, но не хлорированной водой из крана. Поливаю. И как раз растворится удобрение и пролью удобрением. Растворилось все. Теперь полью этим раствором. Думаю, будет достаточно. Сейчас впитается. И уже буду наблюдать за развитием бутона. И сделаю сюжет, чтобы показать вам, любители растений, как цветет оксипеталум. Ох, и красивое название. Но, как я читала и видео смотрела, цветет ночью, очень быстро отцветает. В общем-то, бутон похож на бутон всех эпифилумов. Но растение, конечно, очень мощное и красивое. Вот этот вот лист очень похож своим строением, но не размерами, с эпифилумом, который есть в моей коллекции. Но он ни разу не цвел, хотя уже 6 лет у меня. Удобрю и его. Я вчера поливала. А вдруг обрадует меня цветением. Сегодня 28 июня 2023 года.